И в продолжении темы благоустройства города. На территории детского сада «Теремок» началась обрезка тополей. Погибшие деревья не только портили облик территории, но и представляли собой угрозу для жизни воспитанников. Как рассказала исполняющая обязанности заведующей детским садом Анастасия Вагина, оперативно организовать работы по обрезке удалось благодаря помощи депутата городской думы Евгения Медведева. Проблема с тополями появилась у нас в 2014 году после коронации деревьев. Некоторые деревья уже весной не отошли, то есть уже зеленых веток у них не было. И вот в этом году мы обратились к Евгению Анатольевичу Медведеву за помощью, чтобы помогли нам в обрезке тополей, в спиливании. И вот сегодня они приехали к нам. Евгений Медведев, депутат Думы 6-го созыва и руководитель асбафабрики, является еще и членом наблюдательного совета детского сада «Теремок» и к тому же проживает вблизи этого учреждения. Для организации работ по срезке тополей он привлек транспорт и персонал автотранспортного предприятия «Комбинат Уралазбест». Хотелось бы помочь садику с точки зрения безопасности детей, потому что вот эти деревья, они уже практически сгнили, их надо убрать. Я могу сказать, что у себя на предприятии я срезаю эти тополя, потому что если посмотреть, внутри этих тополей уже гниль появилась, и поэтому это в любой момент может упасть. Для работ была привлечена спецтехника, чтобы провести срезку максимально аккуратно и не повредить декоративные элементы площадки. Уже в ходе работ стало ясно, насколько сложившаяся ситуация могла быть опасна для воспитанников детского сада. Когда подпильный ствол начали поднимать краном вверх, с дерева посыпалась подгнившая кора. Еще немного, и погибшие деревья могли стать причиной трагедии. Ведь мы всегда говорим, что город Асбест – красочный город, зеленый. Но надо все-таки насаждение, которое у нас есть, менять. Менять это, тополя менять. Мы же не просто срежем, но мы же что-то вместо него посадим. Уборка погибших деревьев будет проведена на всей территории детского сада. После срезки стволы тополей будут распилены и вывезены на полигон. Татьяна Мельникова, Владимир Денисов, Новости ТВ.